варим с братом домашнюю уху в казане. Сейчас закинули кости, шкуры, плавники, хребты, головы и кучу ершей. Потом лучок с морковочкой, картошкой и окуни с налимчиком. Немножко зелени. И будет перфекто. Понимаешь? Угу. Пошли окушки, налимчик, печень. До этого там была голова судака, сига, хариуса, много ершей. Красота. Все там, да? Да. Отлично.